Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео я сделаю бокс для сушки рыбы. Попытаюсь все подробно объяснить. Если какие-то нюансы, вопросы интересуют по поводу размеров, пишите в комментариях, я попытаюсь каждому ответить. Поехали! Сначала давайте, вот есть у меня эскизик такой, по эскизику пройдемся. Значит, это у нас будет вот такой вот ящик, обтянутый москитной сеткой. Значит, высота его 49, ширина 27 и глубина тоже 27. Так, ну, размер я выбрал такой, так как неудобно было именно сделать в таком размере. Материала хватило только на этот размер. Можно больше, меньше, тоже не принципиально. Здесь у нас будут вот такие боковые планки. На них будет лежать полка. Полку мы сделаем позже, когда уже соберем каркас. Так как размер, ну, вдруг поведет наш каркас. И перемычка сверху, и перемычка снизу. Для того, чтобы здесь можно было вешать, подвешивать наш ящик. Либо же подвешивать на эту рейку саму рыбу, какие-то крепежи, приспособления. Тоже можно сушить будет рыбу в нем. Можно вялить мясо, допустим. То есть для разных таких вещей сушить те же какие-то фрукты. Вот. Что нам понадобится с инвентаря? С инвентаря. Ножовка, естественно. Уголок. Какой-то нож. Рулетка. Маркер. Самое главное, это степлер строительный. Мы будем прибивать москитку к рейкам степлером. Клей столярный. Далее рейки. Рейки у меня уже порезаны. Вот 4. 4. 4 по 49. Это высота будет нашего бокса. Вот. И 12 реек по 27 сантиметров. Из них 4 сверху, 4 снизу, 2 перемычки сверху, снизу и по бокам 2 перемычки. То есть того 12 реек, из них 4 размечены по центрам. Это у нас 13,5 центр. А здесь в больших 24,5 центр, тоже размечены по центру для того, чтобы мы вот эту рейку поймали, центр закрепили ровно. И вот эти вот нижнюю и верхнюю. Также вот москитка сразу у меня порезана. Москитка рулон, ширина рулона 1,40 м. Вот, я отрезал 0,5 метра погонных. И обмотаю, получается, наш каркас, обмотаю по кругу вот этим листом. А вот это 30 сантиметров. Это будет сверху, снизу и на полочку. То есть нам нужно два куска длиной 1,40 м, 0,5 и 0,3 отрезать. Приступим к сборке каркаса. Для этого нам потребуется степлер, клей и уголок. Значит, вот у нас направляющая. Это у нас поперечная. Их мы крепим не внахлёст, а в западлицо. Вот, в стык. Промазываем. Сначала промазываем стык клеем. ПВА столярный я использую. Прижимаем. Проверяем соединение уголком. И бьем степлером. Скобы я использую 6 мм. Обычные, не каленые и не усиленные. Вот, получается у нас такое соединение. Его лучше пробить с нескольких сторон, чтобы соединение наше было крепче. Еще один инвентарь вот сразу по ходу действия. Нам понадобится молоточек. Значит, там, где скоба не вошла до конца, мы ее подбиваем молоточком. Либо можно добавить вот этим винтом усилие удара самого степлера. Значит, недостаточное усилие у нас стоит на степлере. Так. Значит, вот уже больше половины каркаса собрано. Значит, так он выглядит.
Вот у нас нижняя часть. Вот у нас те планки, которые мы размечали, идут центра. Перемычки, вот тоже идут эти центра, которые мы размечали. Вот, осталось вот точно такой же квадрат прибить здесь сверху. И тогда будем уже крепить на него москитную сетку. Москитную сетку, я не сказал, мы будем крепить кнопками. Вот, ну, в общем, посмотрим. Так, все готово. Каркас готов. Вот, сюда ляжет у нас полочка. Здесь у нас для подвешивания рыбы, либо же самого каркаса к потолку. Снизу тоже у нас поперечная такая планка для того, чтобы усилить конструкцию, если мы ложили рыбу, чтобы москитная сетка не провисала. Значит, сейчас приступим к натягиванию москитной сетки. Вот. Размеры москитной сетки 50 сантиметров метр погонный и 30 сантиметров метр погонный при ширине 1,40 м. Вот в нашем каркасе решили добавить вот сюда еще планку, так как здесь у нас по кругу будет идти москитка, чтобы лучше закрепить и усилить сам каркас. А здесь будет дверца у нас. Вот. И сама полочка, соответственно, тоже ляжет. Лучше у нас не будет ничего вести. Значит, дорогие друзья, начинаем крепить москитку. Начнем крепеж с верхней москитки и на дно, которое будет идти у нас. Потом у нас вот эта боковая будет цельным куском. И мы ее крепим в последнюю очередь. Здесь, на лицевой части, где у нас будет дверца, здесь мы москитку в западлицо выставили. А боковые, вот эти все по кругу, они идут внахлёст. Потом, когда мы будем крепить боковые стороны москитки, мы этот нахлёст будем заворачивать, чтобы избежать малейших каких-то зазоров и дырок. Чтобы не было у нас никаких дырок. Чтобы ни одна муха не прошла сквозь наш бокс. В общем, поехали. Бьем это мы все канцелярскими кнопками. Вот, используя молоток, нужно аккуратненько забивать и придерживать саму конструкцию, так как конструкция как бы у нас из тонкого бруска, поэтому очень хрупкая. Но в то же время, когда мы ее полностью соберем, она уже станет у нас за счет армировки сеткой, будет уже более плотной. Желательно, конечно, тоже делать этот каркас вдвоем. Мы делаем вдвоем. Спасибо за помощь Валере, моему коллеге. Вот, так как одному еще и снимать это, ну, как бы, не очень удобно. Извините за то, что кнопки канцелярские разным цветом. Одноцветных не было. Вот таким вот образом происходит монтаж москитной сетки. Сначала бьем по диагоналям в натяжечку. Тоже используем тонкогубцы. Бережем пальцы для следующих проектов. Вот, смотрим, у нас нахлёст получился отличный. Тоже вот эту планочку пробьем, потом вот этот верх мы пробьем. А боковые уже будем крепить вместе с боковой москиткой. Вот здесь самый главный момент, вот здесь у нас нет опоры, нужно поддерживать. Это самый трудный этап. Это забивать скрепки на весу. В общем, ладно, выключаю камеру. Я вам, когда верхнюю и нижнюю подобью, будем крепить боковую, я еще сниму ее. Вот, прибили верх москитной сеткой и прибили низ москитной сеткой. Сейчас начинаем прибивать боковые. И тут тоже, ну и дверцу в том числе. Значит, вот, приступили. Поехали. Уже. Бьем боковушку. Бьем боковушку, подставляем молоточек под низ.
Вот, одна сторона уже готова у нас. Здесь как бы не обязательно много набивать кнопок. Главное там, где стыки, вот где у нас здесь внахлёст пошло. Вот, чтобы муха у нас не попала никуда. То есть у нас пробито с этой стороны и с этой пробито стороны. То есть, в принципе, ну, муха, я думаю, сюда никак не залетит. Лишнее тоже, остатки лишние срезаем. Срезаем ножом. Ну вот, дорогие друзья, наш бокс уже преобразился. Вот, оббит полностью москиткой. Здесь у нас кнопками оббит, вверх, вниз. По кругу мы обвернули, тоже оббили кнопками. Здесь края я проклеил клеем ПВА. Вот сверху, вот видно остатки клея еще. И главное, снизу тоже я. Снизу вот тоже хорошо проклеено, чтобы не было никаких зазоров. Далее, еще в конструкции появилась дверца. На дверцу сделана еще дополнительная рамка. Высота 49, ширина 27. Крепится она на магнитах. Сейчас открою, вот такие ручки тоже с москитной сетки сделаны для удобства. Хоп, открываем. Вот, внутри тоже проклеено на ПВА, кнопками прибито. Здесь крепеж на магнит и еще одна планка скобами подбита для того, чтобы усилить конструкцию и прикрепить вот эти крепежи для магнитов. Здесь у нас с алюминиевой банки уголки прибиты на кнопки для того, чтобы тоже усилить конструкцию. То есть конструкция уже клей, когда засох, получилась довольно крепкая. Вот магнит один, магнит второй, на саморезы прикручен. Здесь у нас получается уплотнитель с поролона, чтобы даже мельчайшие какие-то зазоры у нас скрыть и никакая муха не попала. Вот таким образом вот. Хлоп, все прижимается у нас на магнитиках. Вот все торцы сделал так. Сейчас еще мы вот сюда будем делать полочку, а здесь сверху будут планки для того, чтобы можно было удобно вешать рыбу либо вялить мясо. Клетку держи. Ну, подержи, чтобы не прыгнуло. Так, прибили, значит, поперечные планки. Вот сюда на крючки будет вешаться рыба. Сверху прибили. Вот у нас раз, два, три. И здесь, где полка, под полкой. Вот тоже, ну, хотели прибить три, но решили вот эту не бить. Так как здесь, если повесить большой кусок мяса, чтобы он вмещался. Вот, внутренняя полка уже готова. Полка делается потом уже, как каркас готов. Замеряются размеры внутренние, вот. И ложится она, получается, на боковые. Вот, просто делается такая же рамка. Скрепляется степлером. А здесь оббивается канцелярскими кнопками. Вот, ну я по краям еще, вот где у меня не совсем ровно вышло, вот зазоры кое-какие, залил клеем ПВА. Вот. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вот. Будет много рецептов. Я думаю, рецепты будут на моем канале. По поводу вот этой штуки.